Продолжаю запись. Ходил, прогулялся. Яблоки опять нападали. Пакет полный принес. Но мелких. Без 5-3. Таких вот мелких яблок. Я их помыл, они просушатся. А там дом мне, возле которого все это яблоня. И собаки нету во дворе. И людей никого не видно. Яблоки гниют. Оском хорошо. Буду вешаться без камеры. Каждый раз разные. Я уходил, было 75,1. Показывал 75,2. А, вот, точно, телефон в кармане. Я думал, что за ерунда. Как один раз показал 75,2 и все, как будто завис. Ладно, короче, 75,2. Яблок на поселке полно, только их никто не ест. Они валяются, как грязь. А если бы я был жадным, я бы не делился с людьми своим опытом в подобной форме, я не говорил бы, что яблоки надо есть, а не позволять им гнить. Тем более, что не каждый год бывает такой урожай яблок. Конечно, надо делать, учитывать момент, что они твердоватые, не каждый может с кислотностью проблемы, может кто-то имеет зубы. Я башки тер яблоки через терку. Тот, кто хочет, всегда найдет выход.
По поводу кислотности, я бы хочу сказать, что бабушки так вообще застрит был хронический, но за все время, что я ее перевел на сначала веганскую диету, никакого мяса, яиц, молока, рыба, ну, постепенно, конечно, все это было. Желудок у нее редко болел. Это было буквально до десятка раз, что она жаловалась. Когда я ее кормил уже яблоками, апрель-май этого года, на боли в желудке она не жаловалась, наоборот, ей нравились яблоки. Потом у нее сильная слабость началась. Она долго спала. Слабость прошла. Она стала меньше спать, шла уже на поправку. Мне пришлось уехать. Через трое суток она умерла. Я показала печень и сердце. Больную печень и сердце. По крайней мере, это мне так сказали по телефону. Хотя изначально от меня это скрывали, что вообще делали вскрытие.
Плюс 30. Два файла готовы. 2,5 часа. Следующие 2 файла 6,3% обработаны. Можно посмотреть, какое качество получилось. Да, здесь 2 канаты. Качество вполне нормальное. Квадратиках немножко, конечно, но нормально. Звук шутает, проигрыватель не читает. А если взять другой MPC-HT, как там на самом деле называется, короче. В этом звук должен быть сейчас. Я понимаю, что это, конечно, не мелодрама какая-нибудь, тут не на что, собственно говоря, смотреть. Целью этого было не развлечение зрителя. Логический довод.
пользу того, что надо питаться фруктами. Крайне как минимум сезон. Хотя бы стремиться к этому. Раз уж сразу ничего нельзя делать. Надо все делать постепенно, иначе будут проблемы серьезные со здоровьем. Сразу нельзя. Сразу не получится ни у кого.
Да, белый налив, блин, не так быстрее зубов.
холодно стало на улице.
Надо пойти занести яблоки. Иначе я чувствую, сейчас моя мойка и сушка накроется моментально. Раз файл заканчивается, я сейчас вижу. Так, без. Так. 75,5. Ну, в начале этой записи было 75,6. Как вы видите, если не совсем точно показывает, плюс-минус 100 грамм, туда-сюда скачет. Было 75,2, сейчас 75. Время 17:18.